Год назад, 25 июля, в Вентспилсе официально был открыт концертный зал «Латвия», а уже 26-го в новом помещении состоялся первый концерт для зрителей. На нем присутствовали не только вентспилсчане. Посмотреть и послушать к нам в город съехали со всех уголков Латвии и из-за рубежа. Этот год пролетел незаметно, и впереди нас ждет празднование первого юбилея. Мы месяца полтора тому назад поняли, что мы можем и хотим отпраздновать первый день рождения. И мы все вместе думали о том, как это сделать, как отпраздновать так, чтобы это было не только для нас, но и для зрителей, чтобы они могли прийти на это мероприятие. И это уже официальная информация. Мы проводим концерт-спектакль, название которого «Один». И это название как символ не только первого года работы концертного зала. Это фактически характеризует и то, что слушатели и зрители ожидают все три дня на всех 7 концертах-спектаклях. В течение 3 дней можно будет посетить 7 спектаклей-концертов с символичным названием «Венс». Этот перформанс был создан специально к празднованию первого года работы концертного зала «Латвия». Идея создания этого музыкального спектакля, его форма и содержание принадлежит творческому тандему Кристи и Рейниса Дзудзила. Это будет рассказ через музыку. Во время перформанса зрители будут путешествовать по залу, смогут близко познакомиться с музыкантами камерного оркестра, если можно так сказать, через лупу рассмотреть и расслышать музыку, которая будет звучать. А это произведение французского композитора Дариуса Мийо, 6 камерных, или как он их называл, малых симфоний, которые прозвучат, не скажу как, но, возможно, первая часть концерта. Это спектакль для зрителей будет непривычно, и этот опыт будет новым для них и интересным. По словам Микса, то, что ждет зрителей во второй части концерта спектакля, пусть пока для них останется тайной. Единственное, что можем вам сообщить, так это то, что специально для этого перформанса дирижер Айгарс Мэри собрал уникальный состав юбилейного камерного оркестра. В него входят музыканты Венспилского камерного оркестра и смешанного хора Венспилс, а также специально приглашенные музыканты Лепойского симфонического оркестра, Латвийской национальной оперы и балета и солисты хора этого театра. На следующей неделе здесь, в Большом зале, состоится генеральная репетиция. Принимая во внимание ограничения, которые продолжают действовать в Латвии из-за COVID-19, количество зрителей будет ограничено. Принимая во внимание то, как режиссерски решен этот перформанс, и особенно как решена первая его часть, я могу раскрыть тот факт, что это такая экскурсия по зданию. Так вот, принимая во внимание, что общее количество зрителей каждого спектакля-концерта будет поделено на 10 малых групп, каждый будет по 8 человек. И исходя из этого, оптимальное количество зрителей на каждом концерте будет 80 человек. Итак, уже на следующей недели пройдут юбилейные концерты-перформансы, посвященные году работы концертного зала «Латвия».